Солнышко светит, гуси орут. Утречка. О. Ну вот так вот. Погодка хорошая. Небо безоблачное. И установил я свои новые солнечные батареи. Те, которые привезли пэком, которые распаковывал на видео. Последние. Установил я их еще 14 числа. Сегодня у нас 16, но снять не смог, потому что закончил уже в сумерках. Темно уже было. И так что вот они уже стоят второй день. Уже в рабочем состоянии. Вот такая вот у них подставка временная. Потому что они будут подниматься наверх. Вон там вот, где вот эти вот крепления торчат из пенопласта, будет приделана сюда вот навес беседка. Тут будут забетонированы столбы опорные. И она будет сверху стоять, вон туда вот, по бокам от окна наверх. Тоже доклею пенопластом, заштукатурю этим летом. И подниму эти батареи туда, и вот со второй стороны еще 4 пары поставлю. Может быть над ними, может быть еще по бокам что-то поставлю. Чтобы занять вот эту вот всю часть, хорошо освещенную солнцем. Вот так вот батареи. Закрепил я их следующим образом. Просверлены два отверстия, уголок, заклепка, заклепочный пистолет, две заклепки. И привинчено к бруску. Вот. С двух сторон. Это для жесткости. Вон провода подключены. Там вот тоже. От каждой пары батарей, соединенных последовательно, идет свой провод 6 квадратов наверх. К автоматам. Чтобы снизить потери. Разветвители я не использовал. Они у меня тут просто кончились уже. И вот так вот правильно делать от каждой пары батарей. Последовательно 6 квадратов вести, что это действительно тогда низкие потери. Он идет наверх, в отверстие. И там на автоматы. 16-амперные, это что подключать? Подключать удобно. Вот тут вот сейчас дерево загораживает, потом когда листья будут, оно вообще вот и то будет загораживать сильно. Поэтому они будут подняты вот туда, где их будет меньше загораживать. Восход летом у нас вон там вот. Сейчас восход у нас вон там, вон за сараем. Поэтому оно попадает на батареи не сразу. Но летом будет работать оптимально, потому что вот там вот солнце вылазит, вот над тем вот лесом. И сразу вот сюда вот будет на них светить. Часиков в 6 утра, в 5 утра, в 4, вот, когда там будет восход. И будет сразу забивать аккумуляторы. Потом будет солнце переходить вон туда, за вон тот вот дом, вот на ту сторону. И он на ту группу панелей будет попадать. Вон. Я их тоже переставлю более культурно, более красиво. Когда вот с крышей разберусь, вон там вот надо обрешетку поправлять. И потом солнце прошло полдень, уходит на закат вон туда, вон там вот у нас закат, зимой вон там, летом вон за тем домом, и начинает светить вот сюда, вот на эти вот панели. Пока их 4, но я тоже сделаю, чтобы их тут было 8. Вот те вот неформатные, скорее всего, сниму, переставлю на сарай. Или еще куда ничего не придумаю. Будут везде одинаковые стоять. И вот так вот будет весь световой день с трех сторон дома на три группы одинаковых панелей. И максимальная выработка будет. И это надежнее и дешевле, чем ставить солнечные трекеры, которые поворачивают панели вслед. Потому что трекер стоит столько же, нормальные трекеры в нужном количестве, сколько просто добавить панелей. Еще в два раза. К тому же так вот трекер может свернуть штормом. Они изнашиваются, механика. Они потребляют сами энергию на поворот панели.
Так что надежнее просто добавлять панели на нужные стороны. Всем удачи, всем пока!